Здравствуйте! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня выехали в лес, но решили просто прогуляться, заодно и грибы посмотреть. И вот наша не первая уже, потому что вначале мы нашли несколько осенних опят. И вот фламулина бархатисто-ножковая на таком старом пеньке. Большая семейка. Ой, такие прекрасные грибочки. И мы их возьмем. Мокренькие от дождя. Здорово. Берем. Лес наполняется осенними грибочками. Ну, это, наверное, какие-то поганки. Я еще не все знаю. Очень маленькие грибы. Маленькие и тоненькие. Чесноком не пахнут. Ну, может, кто-то знает, что это такое за грибочки такие. Вот, редкие пластинки у грибочка. Тонкая ножка, темная, такая же, как и шляпка. Грибок, не знаю, что это за грибочек. Ну, какая-то поганочка. Лес наполняется этими грибочками. Всякими разными. Вылазят они то тут, то там. Еще нам попалась вот такая семейка. Грибы пластинчатые, пластинки редкие, ножка к низу темная, шляпка однотонная, но есть бугорок. Бугорок более темный. Что это за грибы? Если честно, тоже не знаю. Посмотрите, здесь бугорок аж потрескался. Воды набрались грибочки. Вот такой гриб. Если кто-то знает, что за гриб, пишите. Вышли мы на поляну и посмотрите. Снова пошел сезон луговых опят. У нас снова появились луговые опята. А мы без ножниц. Луговые опята лучше, конечно, собирать с ножницами, потому что ножки у них жесткие. Лучше обрезать здесь, сразу на поле. Но так как мы без ножниц, будем собирать так, с ножками. Очень вкусный опенок. Особенно мне нравится суп из них. Можно на зиму замораживать, можно мариновать, солить, все, что хотите. Очень вкусный. А сейчас-то я смотрю, что он еще даже как более мясистый, скажем так, чем были они весной и в начале лета. Меньше червивых грибов попадается, чем в начале сезона. А грибов, посмотрите, очень даже много. Вот. Вот маленький лезет. О, это мы сегодня с грибами. Отлично. Ну, будем рвать. Что ж теперь делать? Будем рвать с ножками, да. Их придется перебирать, отмывать. Ну, ничего страшного. Какая прелесть. Значит, день на день и появится синеножка. Ну все, я похожу, поброжу, посмотрю еще грибочки и собирать буду. Пришли мы домой и разложили весь наш урожай. Здесь у нас только одно иудиноухо мы взяли и луговые опята. Немного, но приятно. А на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.